пересадила, сжималась в прошлый раз, но так жарко, надо все пролить. Смородинку вот пересадила тоже. Там красная смородина сидит. Ирисы. Ну, тут вот сжималась, короче, в рост пошла. Не знаю, где они ее так содержали. Ну, не дай бог замерзнет. Какие тут ягоды. Вот. Это вот тут будлея. Так, собаки, не гавкайте. Будлея тут разрастается. У меня астрочки тут маленько подсохли. Ну, ничего. Вот такой кустище герани. Смородинки тут сидят. Полить надо все. Папа там еще не убрался. А вот здесь какая-то меремстемная малина. Я тут дядя Вася где-то с помойки принес стул такой. Вот, в общем, вот такая вот меристемная. Меристемная — это не сорт, а вид как бы привоя, что ли, к этой малине. Ну, в общем, вот посмотрю, насколько вкусные ягодки. И будем посадим в более такое место, где будет хорошо расти. Сделали второй этаж. В этом году, не знаю, успеем или нет, но надо еще обшить снаружи. Вон две комнатки.